Девочки, всем здравствуйте. Вот я вам хочу показать, сколько я уже вышила. Я вышиваю на данный момент. Я вышиваю я это Москву. Вот я на данный момент я вышла пока что вот эту сторону. Вот и в дальнейшем мы с вами будем вышивать уже где-то Кремль, да. Вот, уже появится уже крем, потому что, ну, раньше было вышивать, как бы сказать, сами понимать, неинтересно. Уже потом будет уже интересно. Я вам сейчас покажу по схеме, как я вышиваю. Вот, смотрите, вот схему я отрезаю схему, и вот я вышиваю, вот видите, смотрите. Вот я, видите, вот это мне, вот это я начну вышивать. Это будет у нас потом, где-то через 2 дня. Вот, и уже будет уже у нас вырисовываться какой-то элемент, вот. И мне вот уже очень, очень даже понравился. Видите, как мы стали, вот, все это мы вышиваем. Вот, очень, мне очень нравится схема, вот. Ну, там полно бэкстич. Вот бэкстич там один на один. Бэкстич там, ну, все равно очень красиво сделано, все равно мне даже это очень нравится. Вот, что хочу сказать. Я об этой работе. Вот. Вот так вот. Сейчас сделаем. Вот, сейчас. Так. Вот. Стоит у нас, видите, вот очень замечательно. Эти сорочки такие красивые рисуночки, как раз схема немножко бликует, но мы ее сейчас, видите, как получается вот разная, но все равно мне очень нравится, видите, как сколько мы с вами вышиваем, и очень мне нравится. Вот, так что я вышью ряд, а уже потом уже пойдет небо. То есть небо, то есть цена уже будет совсем другая. Почему? Вот почему здесь положили очень много ниток, вот в одном краю здесь очень много ниток здесь положили. Сейчас вам покажу, кстати, это нитки вылезла там у меня. Ну вот, вот такие вот такую работу я вышиваю в данный момент. Купила я эту работу где-то в апреле месяце, то есть апрель, май, июнь. Считается, ну там еще получается, вот. Но так, нет, вообще это сам деле работа высылается очень легко и очень быстро. Если, причем потому что здесь очень, она, во-первых, в том, что высылается легко, но высылается очень хорошо, кстати, мне очень работа понравилась. Вот.